find a way to work with. Вот это самый-самый центр, самый центр Майами. Центрее не бывает. Поеду просто покатаюсь. Куда-то дорожка меня приведет. Окей, очень хорошо. Тихо, мальчик, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Что ж ты делаешь? Еще ругается, еще рукой на меня там. Тихо. Куда ты прешься? Lost satellite reception. Okay. Я молчу, потому что мне говорить нечего, потому что я, честно, это... Просто я любуюсь красотой этого города, и тут надо быть очень-очень осторожной, тут, честно, не до трепотни. Вот велосипедист едет прямо у меня под этим, под ногами, под колесами, вернее. Надо как-то мне от него... Вот он прямо, вот он мне под колеса лезет, и все. Сейчас я поменяю линию, чтобы быть от него подальше, ну тебя нафиг. Lost satellite reception. Okay. Что мне, куда мне надо? Назад. Окей, куда я иду? Я иду. Пацаны, ну что ж вы прямо бросаетесь под машину? Хилтон. Такой бегом бегу. Lost satellite reception. Ладно, я без тебя уже разберусь, сателлайт. Ах, как там красиво. Это я в самом городе в Майами, это уже не на островах. Мне так еще покрутиться часочек, и я без гостиницы останусь. Ну хотя только полседьмого. Ладно, еще времени много. Покатаюсь по Майамке. По Майамкам покатаюсь. Сколько мало держишь. Еду на север, по-моему, куда-то. Thank you.
US One. Это US One. А A One идет по океану. Ладно, поеду сейчас куда-то уже, тогда уеду из Майами. Хотела же я на West Palm Beach снять гостиницу. Наверное, сейчас туда я и поеду. Девочка, что ты делаешь? Милая моя. Ну, где Starbucks? Нету Starbucks, нету McDonald's. Ёлки-палки, мне нужен интернет. У меня, правда, в телефоне есть интернет, но я пока там опять соображу, как его подключить. Ладно. Сейчас куда-то меня дорожка все-таки приведет. Вендис. По-моему, Вендис у них, по-моему, тоже есть интернет. Угу. Все, пока.